Убийство москвича Егора Щербакова раскрыто в самые кратчайшие сроки, так как и обещали столичные полицейские. Подозреваемого, 30-летнего уроженца Азербайджана Архана Зейналова, оперативники задержали в подмосковной Коломне на автовокзале. При обыске в кармане у Зейналова полицейские нашли билет на автобус. Преступник планировал уехать к себе на родину, в Азербайджан. Вот как происходило задержание. На камеру говори. Разговаривай. Сразу после задержания Зейналова под усиленной охраной сопроводили вертолет и отвезли в полицейский главк на допрос. Министр внутренних дел России лично посмотрел в глаза убийцы. Голубь. Уже известно, что подозреваемый признался в убийстве Егора Щербакова и подробно рассказал следователям, из-за чего и как нанес роковой удар ножом. В ближайшее время Пресненский суд Москвы объявит меру пресечения в отношении Архана Зейналова. Ярослав Ярославцев, телеканал 16.12.